лет я пытался наладить нормальные отношения. Нет, 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 нет. Ну нет, так нет. Вот было, и нету. Было, и ничего не осталось. Не встречал бы вас, не страдал бы так. Я бы прожил жизнь, улыбаючись. Простой, прямой, откровенный вопрос. Ребят, я хочу видеть вас счастливыми вместе. Я хочу видеть свадьбу. Я ее сама хочу больше, чем ты. У Чехова вот есть каштанка, да, рассказ детский. Каштанка потеряла своего хозяева. Потом она попадает в цирк и начинает выполнять всякие трюки. Я помню это произведение. Иногда мне кажется, что я это каштанка, которая в жизни постоянно вот такие препятствия ставит. Ты сделай вот так вот, или вот так вот, или выполни вот такой трюк. А вот тебе еще один трюк. А вот так вот ты сможешь? И постоянно идет вот это в жизни суета, ты все время что-то преодолеваешь, решаешь какие-то проблемы. Ну, когда-то же... Упал, лежу в снегу, уснуть бы не берет, замерзнуть бы, но снег не принимает, ни с кем быть не могу, в моих ладонях лед. Хочу стряхнуть, но он никак не тает.